Мюллер, ну, Рибери догонит мяч, догнал, да. Мюллер же вынужденно сделал такой пас неудобный и неточный, но Рибери... Ну, пожалуйста, 1-0. Бавария, 30-я минута, забивает Тони Кросс и просто не имел права он уже здесь промахнуться. У него была вторая подобная попытка. В первом случае он прямо во вратаря пробил. Чуть дальше тогда был бьющий, ну, то есть тот же Кросс. И попал прямо в руки Бернулена. Ну, мяч вообще здесь не все побежали бы за ним. Рибери не просто побежал. Потому что вот этот вот навес для нормального вратаря не должен вообще представлять какой-либо проблемы. Нойер не рассчитал траекторию движения мяча. Он там был, конечно, офсайд, к штанге прислонившись, кто там, Кислинг у нас сидит, отдыхает.